Идешь по разбитой деревенской дороге, мимо едет пикап, груженный помидорами, с большим логотипом змеи на двери. Грузовик останавливается, водитель предлагает подвезти. Соглашаешься, едете 20 минут. Дорога все не кончается. Пространство вокруг машины заполняется фиолетовым туманом. Начинаешь волноваться. Водитель включает радио, из которого слышны неразборчивые стоны и громкий шепот на непонятном языке. Смотришь на водителя. Из всех отверстий на его лице ползут змеи. Приятное некогда лицо искажает гримаса ужаса, от тела отслаиваются куски плоти. Туман за окном стал таким густым, что не видно света фар. Пытаешься дернуть ручку двери, но ручки тебя не слушаются. Водитель уже превратился в кровавое месиво на сиденье. Повинуясь чужой воле, садишься на его место. Туман рассеивается. Впереди видишь идущего человека. Вас подвезти?